ребят, мы пришли в Дургош. Здесь так много всего есть. Так мы уже все украшены к Новому году. Сейчас мы вам все покажем. Значит, я вижу такие пачки интересные. Да, здесь, кстати, очень много новинок. Вот это что такое? Это что гель для души. Пока в одном. Ага. Такие лучные игрушки. Это что, тушь? Да, тушь маска. Прикольно, интересно. Ну, самый интересный стеллаж – это вон тот, где духи. Ну, давай до духов еще вот к этому подойдем. Вот, смотри, бомбочки. Прикольно. Это молочко для тела, гранат и клюква. Угу. Ватные диски тоже интересные, да? Горошек. Упаковочка. Что это? Бальзамчики. Прикольно. Ананасики. Как Дольче & Габбана. Сова. Еще есть мыло, которое мы в Москве покупали, с вишней. Тут еще есть, да, мыло, кстати, очень классно. Так, давай на следующую полочку. Во. Есть масочки, миндаль, папайя. Здесь только папайя. Да, и миндаль, и все. А нет, тут личи, вижу еще. Личи. Какие прикольные. Гранат, вижу морковка. А какую цену они? 98. Ну, вообще нормально. Или вот эта цена, не знаю. Угу. Очень вот красивые, яркие. Это витаминки какие-то. Nails. Чтобы ногти хорошие росли. Далее вот такие вот прикольные. Я такие витрины не люблю. Баночки. Непонятные. Скучные. Да, скучные. Давай дальше на самое интересное. Дорогие масочки, доктор Джарт. А что дорогие? А, вон, вижу 1200, да-да, вот. Вот, они альбинарные. У меня вот такие были все, 4 там цвета вроде. Ты уже истратила? У меня одна осталась. Такие же помад, баночки, вот этот крем для душа, минус 40, смотри. Вот соль для ванны. Это что, все по акции, мыло, да, получается? Так, полочку, видимо, сам. Ага, давай на эту перейдем. Тут неинтересно. Почему? Баночка. Не, вот это вот интересная баночка. Банчи. Достань. А это... Классная. Ой. Баночка. Соль, да? Это скраб. А-а-а. Прикольно, да? Я тебе говорю, классный. Трэш. Красивый. И какой здесь запах? Ментол? Или хвоя? Какой-то интересный. А что, не написано? Нет, тут написано, что с ним. Типа, что добавлено. Нет, не знаю. А давай посмотрим вот здесь ценнички. Ох, ничего, цена 2500 сейчас. Да, морская соль. А с каким запахом? Ну вот, не написано. Ага. Ну, тут тоже неинтересно. Я вижу только гель для душа с авокадо. Угу. Вот. И с папайей. А это что такое вот эти, вот эти голубики? Пусти какие-то. Тоже минус 40. Туалетная вода. Здесь самая интересная полочка. Да, здесь очень интересная полка. Мы не можем вам это не показать. Короче, здесь очень много прикольных недорогих духов. Давай начнем сверху. Ладно, вот здесь, значит, у нас жасмин, кокос, ваниль, бальзам. Вот. Вкусный очень аромат. Так, это цветочные ноты. Вот эти. Пудровые ноты. Сантал, амбра и мусус. А вот это не написано, да, посерединке? Но. Верхняя. Персик, экзотические цветы и мускус. Так, кокос. Такой же абсолютно аромат, как и тот. А, верхний. Вот. Этот у нас фрезия, жасмин, кедр, ваниль. Фрезия, цветодуша, мускус. Малина, кардамон, черная смородина. Цветок апельсина, жасмин, персик. Сандаловое дерево, янтарь и карамель. Очень вот этот аромат вкусный. Вот он. Здесь у нас вишня, жасмин, ваниль, сандаловое дерево и все. Сейчас еще покажу очень вкусный аромат. Мне он очень понравился. А ты нюхала вот эта черная роза? Вот этот. Очень интересный. Давай попробуем. Как? Просто, ну, типа какие-то там интересные. Похоже, что у меня такое есть. Ну, такие нежные, да. Давай сразу покажем, какие мы купили.
три аромата купили для подписчиков. Короче, смотрите, мне понравились безумно вот эти с карамелью. Просто. Ты купи себе их хотя бы одни. Не, я не хочу. Почему? Нет, сегодня я не хочу покупать себе. Ну, а потом, когда ты придешь, уже здесь ничего не будет. Посмотри, здесь акции, цены хорошие. Ну вот, короче, есть очень много ароматов. Мне безумно понравился вот этот. Мне очень понравился вот этот. Но мы решили, ну, как они называются? А, нет, вот этот понравился, да. Называется «Листья земляники». Но мы тоже вам купили клубничный, но не листья. Тут еще круче. Хотя этот вообще по акции и замечательный вообще запах. Сейчас тоже купим, мне очень понравились. Так, подожди, вот такие мы взяли? Нет? Да. Нет. Вот такие, ребят, мы вам взяли. Вот такие классные три штучки. На следующие розыгрыши обязательно положим. Вот, мне вот эти еще понравились. Угу. Цветок апельсина, пастила и ванильная пудра. Это как такой, да, это? Ну, мне, короче, нравится им все сладкое. Ага. Вот эти тоже интересные, такие ананас, яркие. Ананас, да. Вот с этой стороны. Все повторяется. Прикольное. Нет, вот это вот не повторяется. Вот этот вербена, этот мне понравился. Я сейчас смотрю дневники вампира, и там вербена от вампиров. Надо купить такую. Так вот купи. Хоть одну. У тебя такого запаха вообще нет. Шипучка с вербеной. Ну, как? Вкусно? Видишь, я не вампир. Не, правда, меня. Прикольный запах. Давай возьмем. Его? Да. Давай. Даже за место освежителя воздуха дома. От вампиров. Ну, да. Да, от вампиров, чтобы к нам вампиры не приходили. А, как я взяла? Так же правильно. Да. Вот так нужно брать вербену, Ксюша покупает. И три вот таких аромата. С клубничкой. Мы их уже я взяли. Я теряю, да, вот такие. Они по акции, они пахнут просто очень вкусно. Да. Очень прям. И мне кажется, понравится каждой девочке. Да? Компотиком клубничным. Нет, смотри. Что? Лимон, бисквит, клубника, мускус и ваниль. Да. Ну, вот эти тоже вкусные. Все, идем быстрее на кассу. Смотрите, какая елочка уже здесь наряженная стоит. Прям красавица. А теперь мы зашли в Золотое яблоко. Здесь так много народу. Вообще. Это перед Новым годом или что это? Или воскресенье, потому что... Воскресенье, наверное. Да. Ну что, здесь опять куча акций. О, это что такое? Маска какая-то интересная. Тебе как раз же нужен был хайлайтер, вот и покупай. У меня такой есть. У меня с другим оттенком, у меня розовый. Очень красивый. Ничего себе, я первый раз такой вижу. Это маска, мам. Маска для лица, как будто салфетки. За 60 секунд. Универсальные. Что она увлажняет? Что тут еще интересненького? Для рук, с авокадо, улитками, как-то такое. Нормально. Бедные улитки. Ксюше всегда жалко улиток. Маленький такой есть. У меня большой. Ага. Вот масочки. Не, на самом деле много всего интересного. Пора закупаться уже, наверное, надо. Да. Конечно, пора. Ну, мы сегодня так просто погулять решили. Да, сегодня мы просто забежали, можно сказать, мимоходом. Включили телефон и вот показываем вам вот другая сторона еще, что мы тут рассматриваем интересненького. Очень классно. Ну, у тебя такая есть? Да? Вот такая есть. Остальные нет. Посмотри, может быть, еще что-то по акции надо. Фрудия наша любимая. Пойдем. Так, это у нас арт-визаж. А вот бывает. Два палеточки присутствуют здесь. О. Черные для смоки айс. Синенькие тоже красивые. Это для кореглазых, наверное. Другие не отличаются? Да нет, одинаковые. А, отличаются. А, ну прям по тон, видишь? Да, да.
Тут нет тестеров. Такие у меня есть. Уже пора выкидывать, наверное, срок годности закончился, да? Да нет. Спасибо. Вот такие. В лес. Да, а у меня вообще универсальные. Красивенько. Ты пользуешься ей? Редко. Я сейчас только Dior пользуюсь. Новая какая-то палеточка красивая. Рокс. Что, пойдем? Куда? А это как? Это что? А, шик. Это вот этот шик. Я вообще первый раз слышу про этот шик. Смотри, вот интересно. Вот это вот квадратная, что это помада? Вот это? Да, нет, вот за ней. А, это коробочки, коробочки. Да. Цвет прикольный, видишь, в коробочке? Такие нежные прям. А вот тебе как раз... А, тебе не румяна, а тебе пудру надо. Да. Это спектр. Прикольно. Тут вот 3 оттенка скульптора есть. О. Вот такой. Все? А это что такое? Для бровей. А, это воск. И вот еще есть такой контуринг, он популярный очень. Вот эти точечки ставишь. Ну как, я не хочу просто сильно давить, то у меня куртка испачкается. То, что ты говоришь, тебе не слышно. И тушуешь. Как тебе? Ну, я не особо не выдавила. Короче, пойдем дальше. Да, пойдем дальше. Пойдем туда. Идем Кика. Пойдем. Кико? Да. Вот смотри, запеченная минеральная пудра. Это все пудра. Такая мягкая, прям на ощупь. Потрогай. Да. Приятно. Угу. Народу много, когда неудобно. Так, это компактная пудра с натуральным матовым эффектом. Ну, вот так и приятнее. А это компактная тональная пудра. В смысле тональная. А это с каким эффектом получается? А это запеченная минеральная, с сияющим эффектом. А, тут там не очень. Она и подороже. А, нет, у них цена одинаковая практически, да. Так, это тон. Тормяшки, смотри, какие тут есть. Мне нравится цвет. Ой, они такие прям тоже интересные на ощупь. Это что? А что за блеск? А, sold out. Тут продано типа уже все. Хайлайтеры. Красиво. Вот эти хорошенькие, да. Что это? Хайлайтеры все. Mm-hmm. Вот еще смотри. Такие темные какие-то. И вот такие есть. И для контурирования лица. Какая у меня есть. Вот такой у меня нет. Такой еще есть бальзамчик с блестками. Очень красивый. Вот как блестит. Тебе такой есть? Вот такого да. Нет. Есть еще у них вот такие прикольные помады. Смотри, какие блестки вообще. Не, ну помадки у них зачетненькие. Мы сегодня, кстати, накрасились Кика с Ксюшей. Да, но мы другой накрасили. Да. Мы вот. Без блесток. Короче, я себе потом купила вот такую. Вот. Запоминаем, Ксюша. Это просто блеск, да? Да. 10-й оттенок. Потом вот этот. 18-й оттенок. У меня помадка в оттенке... Ай! В оттенке ай. Вот в этом, в 20-м. Мы сегодня есть с тобой, да, накрашены? Нет. Блесков нет? Нет. Еще а какие? Есть. А какой мой? Я вообще не вижу. Это вообще другая коллекция. А, вон та, вижу. Да? Правильно? Какая-то из этих, вот это что ли? Да, там еще блеск был с другой стороны. Да, это она. Мы в Москве ее покупали. Uh-huh. Вот, еще такие, смотри, это матовые помады. Красная матовая. Прикольно. Вау. Ну, такая мне больше нравится. Uh-huh.
таких цветов. Нет, оно как фиолетовое синее. Угу. Ну ладно. Я предлагаю идти дальше. Знаешь, куда мы пойдем сейчас? Куда? Пойдем. Мой любимый отдел с помадками. Опять? Помнишь? Это какой? Всегда сюда приходим и смотрим, какие помадки есть наличие. Ой. Ой. Капец, мне сегодня мешает эта куртка. Прям не нравится мне. Кто-то, смотри, пакетик оставил Black Friday. Но тут они ничего не оставили. Есть этот, который у меня нет. Да ты что? Мам, ну это лизунчик, конечно. А какая? С виноградом. И где она? Сейчас. Ничего себе, она так далеко спрятана. Вот. А, давай. Ничего себе. Еще одна есть. Какая? С виноградом? С виноградом. Так, смотрим дальше. Это у меня уже все есть. Прям завезли, видимо, с виноградом. Вообще, прям тебе повезло. Да, повезло. О, еще и с облепихой. Да ты что? А что, у тебя не было? А какой у тебя еще нет? Я не знаю, мне нужно так смотреть. Ксюша разыгралась. Перерыла все? Да. Манго. Пойдем что-нибудь покушаем. Ну, я согласна, сейчас я досмотрю. Ой, такой у меня. Да ты что? С а вкусом. Что это? Разве? Нету. Такое ощущение, что у тебя там 100 помад. И чего-то все равно нету, да? Да. Видишь, как мы удачно зашли? Вообще, 3 помады. Идем дальше гнать. Куда идем? На кассу. Давай. Да, покушаем, потом подумаем, что нам еще дальше делать. Пакет понадобится вам? Нет. Это что? Все по акции, косметику. Да? Косметику. Ну, а это что такое? А это вот крем гель для ног. Ага. А это что? Лаки. А, лаки. Интересно прям так. Че, пошли? Пойдем. Выходим. А что здесь? Мы здесь были. Вот, у меня даже первый, помнишь, мы покупали адвент-календарь. Ну? Вот, я хочу посмотреть у них палетки. У них очень классные палетки. И яркие прям, да? Ты ко мне, иди сюда, я не слышу, наверное. Такие вот, смотри, какие яркие, прям упаковки у них. Да, вот это посмотрим. О. А у нас нет такой палетки, да? Нет. От этой фирмы? Ну, у нас есть, но там обычная вообще. А. Есть такая большая. И они, кстати, у них не особо дорогие, но такие. Вот. Прям так много плюс. Все, предлагаете? Да, все, теперь точно выходим. Да, теперь точно. Ну, народу вообще как на базаре. Сегодня базарное, наверное, да? Настроение у всех. Мы зашли в следующий магазин. Да. Свечи, смотри, какие. Понюхай вот эту. Ух ты. Ой, как вкусно пахнет. Да, вот здесь выпечка, карамель. Вау! Выпечка, карамель, карамелизированный сахар, и риски, и сливки. Я хочу это купить. И сколько она стоит? 200. Здравствуйте. 200? Обалдеть. Вкусная. И кашемировый персик. А, тут все разные, да? Угу. Все разные. Он так попался. А, вот такие в какую цену? Поменьше.
1300. 1300 плюс у них скидочка сейчас есть. А какая скидка? Ну чё, Ксюш, нюхаешь? Да, тут есть вкусные. Я хочу, я думаю, они все вкусные. Нет, не все. Зимний лес. Ой, прям хвоей пахнет. Так, давай. Где Санкт-Петербург? Вот. Давай понюхаем наш Санкт-Петербург. Ну, кстати, есть что-то такое. Ассоциации. Здесь синнабон, масло, корица, сахар, ваниль и маффин. Это я с английского тебе перевожу. Я тебе не все перевела. Ватикан есть, что еще? Да, вот это, и Нью-Йорк. Ой, хочу в Нью-Йорк теперь. О, какой вкусный Нью-Йорк. Да. Так, вот еще вот такой Нью-Йорк есть. Ну, пойдем дальше. Это как моя любимая, мой любимый аромат от Зеленский Розмен. Только тут видишь. Что? Ну, чуть-чуть похож, чуть-чуть не похож. Лучше хоть. Mm-hmm. О, смотри, свеча с Байкалом. Байкал. Ой, прикольно. Там еще есть Сибирь. Давай Сибирь тоже понюхаем. Сибирь. Сибиря. Сибирь, матушка. Ну так интересно, но странно. Необычный запах. Угу. Так, идем дальше. А вот такая у тебя есть свечечка. Только на цветах другая. Я тебе обувь хочу показать. Давай. Вот смотри, серьги какие. Это не серьги, нет. Сережки, наверное. Это не серьги, это цепочки. А, нет, серьги. Прикольно. Так, все, пойдем показывать. Пойдем показываешь. Ты что, такое сдержанное, без рисунков, просто одна фон. Мне так нравится. Да. Вот смотри, вот эти скалы, видишь? Вау, ноги сломать. Нет, ты че? Прикольно. Очень прикольно. А вот и снег пошел. Да, Ксюня? И идем домой. Ты